слабая крис-кросс. Очень стильный элемент, который выглядит хорошо даже без конусов. Немного разгонитесь. Расстояние между ногами должно быть таким, что при их скрещивании они не сталкивались. Совершаем одновременное проведение двух ногами в противоположные стороны. Тренируйтесь на маленькой скорости. Взгляд направлен в сторону движения. Back on foot. Переносите вес на одну ногу. Вторую поднимаем, сгибаем в колени и отводим назад. Делаем одновременное движение руками и ногой, чтобы изменить направление. Активно работаем коленом ноги, на которой едем. Один поворот, одно отталкивание. Делаем мах руками корпусом в сторону, противоположную повороту. Пробуем ехать на небольшой подъем. Получается? Тогда начинаем тренироваться на конусах. Совет дня. Если вы едете спиной вперед и хотите немного притормозить, не разворачиваясь, используйте тэшку. Езда спиной вперед может показаться сложной, но так затягивает.